Саш, доброе утро. Чего спрятался? Ку-ку. 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 Сторожит маму. Вот что значит мама, да, в таком возрасте. Мама в туалет, и он стоит, ждет, когда мама выйдет. Ку-ку. Как тебе спалось, Саш? Как спалось тебе? Я же тебя спрашиваю. Как спал? Хорошо или плохо? Хорошо и плохо. И хорошо, и плохо? Как же это так? Как же это так? Скажи девочкам доброе утро. Ну, скажи ей. Нет. Не хочет с утра разговаривать. Гляньте, какой у вас парень-то. Папа в этой шляпе ходит. Ну ты одень хорошо-то. Чего ты? Вот это. Ну одень, одень. Вот это. Вот так вот. Ну-ка, посмотри на меня. Ах ты. Вот поспал. Это. Молодец. Я с детства. Угу. Саша прислала фото Данте. Ну, прям страшный зверь. Ай, так смешно. Растет ведь, собака вырастет. Наш колхоз выехал на Беляус. Костя освободился от работы. Мы едем. Сейчас зайдет, водички купит. Поедем. Ой, кстати. Она на брелке. Дай брелке. Она на брелке, она не дотянется. Дотянется. Как это не дотянется, сказали Саша. Саша сказал, дотянется. Дотянется. Не дотянется. Так вот. Вон она. Квасу. Я тоже забрала. Мороженое? Да не мороженое. Что он такой надутое? Надувают, чтобы не мялось. Да? Конечно. Опа, держи. А нет, хочу водички. Он прям надутый. Водички. Водичку надо же, водичку. Спасибо. Мальчики, шоколадная или белая? Шоколадная. Белая. Держал. Раздача. А, вот кому еще? Так. Кому мороженое? Там еще мороженое, бабушка, если хочешь, можешь мороженое. Ой. А кому еще одно? Соблазн. Там еще есть мамочки мороженое. Сосочки. Саша, будешь мороженое? Эскимо хочу, эскимо. Это папе. Не дает. А можно я откушу? Не надо. Сейчас меня всю делают. А давай, знаешь, что стоит? Давай, правда, папа съест эскимо, а мы приедем на пляж, и я тебе дам мороженое. Да. Оттуда съезд с этой какого? С дороги с. Евпаторийской, да. Хорошо. Здесь арбузы продают, когда вырастут. Смотри, как вообще сюда. Смотри, какой этот. Кабриолет. Запорожец кабриолет. Мы сегодня с Гришей проезжали возле. Там, короче, подъехал у станка.
на самом деле поселочек сформировался, интересный такой. Правда, он какой-то курорт, там видно, так встают все. А мы там внутри были столиком заезжали. Ну, разное все, все такое, ну, разные дома. Но мы не в сезон заезжали. Ну, такой свеженький, он все равно приятно. Да. Там постоянная стройка, ремонты. Не в сезон были. Ну, такие виллы есть приятные, непонятно, что за... Аренда. Ну, скорее всего, там все в аренду сдается. Я думаю, что... И они разные все, это не одна. Понятно, я понимаю. Мираж. Ну, они вон прям мини-гостиницы, что, кайф. Вообще просто жирные. Хорошие гостиницы построены. Притом место такое, не, ну, оно как бы неоднозначное, на самом деле. А с другой стороны, здесь пляж, все дела нормальные. Это какого? Вон у них, видишь, дорога своя. Ласточки на гнездо, да? Классно, да. Не, было раньше. Я еще подумала, это ласточки на гнездо. И опять же рядом. Там и развлекухи. Рядом с чем? Вот, с викингом. И развлекухи, и ресторан, и всяко разно. Это замок. Это штуки? Да. Что это за замок? Это викинг. Это турбаза. Это замок, да, гостиница. Гостиница, туда, да. Туда можно сходить, вовнутрь просто посмотреть? Я не знаю. Как если тут... развлекухи, они оттуда сюда входят? Ну, у них, может, договоренность какая. Замок викинг. Смотрите, какая красота. Я думаю, что у них договоренность есть. Замок викинг, открытые ворота. С этой стороны до нужла. Вот магазин строят, ты видишь? Тоже как хорошо. Давай чуть подальше проедем, да? Подальше, да. А тут с этой стороны море. Тоже все-таки дорога-то... Были-то прям яма на яме. Дорога-то вот эта. Брунишка-шалунишка. Брунишка-шалунишка. Че, заедем сюда? Попробуем. А че, нет? Мы же там внедорожники российские. Олег, я сейчас понял, я тут... Да-да-да. Вон, вон справа. Люди живут. Люди кайфовенько. На море едем. Там, которые эти браконьеры эти. Ой, мы с Серегой когда? Наверное, год два назад застряли тут. Мы можем тут застрять. Не надо ни ехать, ни езжать. Вытаскивали, а у него уж тяжеленная машина. Люди пришли вот с палаток и вытаскивали толпой. Ну что, собираемся, погнали. Так, мороженое, ребят. Заберите, а. Давай. Вытаскивай. Здесь не только мороженое, тут... Минералка, водичка и классика. Ой, люблю я Беляус, ох, люблю. Вон, смотрите, видите, видно вам? В кустах народ живет, костер горит, машина. Волны, что ли, шумит море-то. Да, по такому песку страшно ехать. Сюда с Алинкой даже зимой ездили несколько раз. Соскучимся, поедем. Тут и зимой интересно, особенно когда солнышко светит. Ветерок. Приличный ветерок, прохладненький, прям скажем. Мальчишкам купаться. Не знаю, здесь открытое море, вода холодней, конечно.
Саша. Саша с обгорелыми ушами. Конечно, холоднее, открытое море. Холодная вода? Холодная? Холодная. Весь в мороженом. Видел по дороге-то эти здоровые, господи, как он вентиляторы зовет. Поедем, поедем. Сейчас на обратной дороге надо будет заезжать. Обещали. Все воспринимает штыки с родителями. Без родителей нормально. С родителями просто все наоборот. Машина! Так, ну чего? Побежали купаться, что? Вот водоплавающие. Холодное видно. Что-то и ракушек мало. Все далеко унесло с ветрами. Здесь часто встречаются оранжевые ракушки. Ну, во всяком случае, зимой. Оранжевые, вот такие вот розовые. Как море шумит, да? Слушала бы и слушала. Я не люблю шумные компании на море. Не люблю. Я люблю сесть, посмотреть на море. Долго могу смотреть. Да и вообще не очень я это Оралово. Колхозы эти не очень я люблю. Прям скажем. Найти много и этих, знаете, обычно морские ракушки, которые с Черного моря привозили. Не, прям прохладненький. Я даже пожалела, что кофту не взяла. Прохладный прям ветер-то. Боится волны. Трактор.
же, а берег-то убирают. Мы с Мишкой в марте приезжали, тут чего только не было. И обувь, и банки, и пластиковые, все. Убирают берег. Помните, наверное, я вам показывала в марте-то. Чего тут только не было на берегу. Не, холодная вода. Ой. Вот будем так сидеть и смотреть на море. Холодно! Холодно! Горячий мурманский парень. Таня купальник взяла, но что-то, видимо, не очень хочется. Видите, были люди, искупнулись и уехали. Народу-то практически нет. Холодная вода. Там вот кто-то есть вдалеке. Дельфинов я здесь ни разу не видела. В прошлом году мы ездили на косу, забыла, как называется. Там был дельфин большущий, такой крупный. А тут...
Кто соскучился по морю, смотрите и слушайте. Ты чего, решила, что? Да, я хочу мимо камеры. Ну, я выключу сейчас. Решительная женщина пошла все-таки в воду. Мне кажется, от такой воды почки отвалятся. Ой, ой. Ну что, мои хорошие, насмотрелись? Давайте передохнем. А эта бабушка сидит в полотенце. Тут вот далеко, так мелко-то, и можно заплыть далеко, и там тоже мелко будет. Но тут течение, конечно. Пойду ракушечки пособираю. Булочка у ребеночка. Вот смотрите, волна вот на изломе. Прям такой цвет дает, но не каждая. Вот, вот смотрите. Видно вам? Прям мелькнет. Чего, Саш? Красотища. Гриша с булкой. Танцы на воде. Оп. Смотрю. Раздолье-то ребенка. Побежал. Это тебе не в квартире. Догоняй. Чего не догоняете? Беляус. Пока, дорогой. Какие-то птицы прям по воде практически. Чайки, наверное.
Ой-ой, как будто бегут. Видно вам? Вон там вдалеке. Ладно. Мы поехали назад. Смотрите, какой лист. Растение вот живет на солнце. Без воды практически. Оно такое твердое. Попробую в цемент сделать. Не знаю, получится или нет. Разложу я его как-нибудь. У него такие листья двойные. Вот ведь, вот на песке растут. Какие. Такие хорошенькие. Такой цвет красивый. Как они выживают тут?